Так, приветствую вас на канале Asmodee Play. Продолжаем играть в Watch Dogs. Черт, а я все не верил. Почему это вдруг? Я реалист. Смотри, я тут пишу гнусный вирус. Стереть меня из системы. Да я жгу. А раз есть доступ и код, добро пожаловать в Блюм. Что с охраной? Да, точно. У них там... Итак, на пролом. Патруля полни в основном одни наемники. Если что не так, прощай бабло. Если я отвлеку их, они пришлют людей. Перекинут их с охраны Блю. Мне надо атаковать их. Так, а вот и маршрут блюмовцев. Петлять эти парни не любят. Что ж, сами виноваты. Конечно. Эту миссию помню. Надо засаду только сделать хорошую. Успеть. Блин. Сюда. Опс. Минутку. О, сейчас переиграем этот момент. Да, мы поняли, поняли. Маршрут блюмовцев. Петлять эти парни не любят. Что ж, сами виноваты. Ну-ка. С дороги. Блин. Так, мне надо вот это. Все. Я вроде как готов. Давай. Стой. Кто меня подбил? Не понял. Ну-ка, давайте еще разок посмотрим на сие действие. Давай, мы поняли уже. А вот и маршрут блюмовцев. Петлять эти парни не любят. Я тоже не люблю. Что ж, сами виноваты. Так. Поехали. Тут недалеко. Надо дорогу только перекрыть. Так. Еще. Говорю тебе, она врет. На нее нельзя положиться. И... Оп. Кого там нейтрализовать надо? Все, нейтрализовал. Теперь надо бежать. Бежим, 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 бежим. Ух ты, вот на такой машине я еще не ездил. Подмогу, живо! Какая подмога? Я успел хоть нажать? Тихо, 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 ребятушки, опустите свои пушки, скоро я приеду, дети, ну уже в бронежилете, сейчас сваливаю пока. Где тут можно? Избавился, да? Замечательно. Задание выполнено. Блин, блински. Не машина, а коллега какая-то. Блин, не знает, в чем дело. Это наш шанс. Черт, встретились бы мы раньше. Мы бы столько...
сколько могли. Ничего. Все еще впереди. Оружие. Ну, почти. Да или нет? Да, готов. Вроде. Скажи толком. Я же не на прогулку собрался. Да не паникуйте. Пробьешься к серверам, сработает. И это легенда, которой бредит Клара. Кто я? Что? Да забей. Давай. Так, купить. Привет. Купил. Покеда? Так. Так, все, едем на точку для выполнения следующего задания. Так, что-то у нас бандитский притон появился. Нет, меня пока это не интересует. Меня интересует вот это. Будущее не за горами. Правильно я прочитал? Правильно. Ну? И зачем же у нас будущее? Чикаго. Придется ломать защиту. Офис Блюм. Там спецы. Геморрой. Я и так свечусь на радарах. Но после этого дела Рейки не будет у меня в кармане. Да, без проблем. Сели. Поехали. Блин. Какой квадрокоптер был бы, так хоть бы посмотрели бы. Я около входа. Эй, будь осторожен. Здесь ты просто так не пройдешь. В спальне. На этой территории наблюдают. Если тебя спалят, замуруют сервера. И мы пропали. Короче, не попадись. Я понял. Да, втихую здесь надо. Так, где камера? Камера. Так, что это у нас? Блин. Открыть. Делать мне больше нечего. А где открыть-то? Не понял. Так. Подожди. Так, паутинка тянется сюда. Потом сюда. Ну. Чуть-чуть подойди под него, я тебя задавлю им же. Давай. Не хочешь? Очередное замыкание. Где тут что взломать-то надо? Стой. Открыл. Камера. Открыл. Открыл. Все открыл. Вот такой я молодец. Так, мне надо приманку, получается, так? Сначала завалим вот этого. Все. Теперь у нас вот здесь от тела стоит. Спокойно. Все. Без паники. Где у нас еще один? За мусорки, да, стоит? Все. Ну, вроде нормально идем.
по графику, да? Так, что у нас здесь открыть можно? Смотрим. Максимум. А, вот эту дверку открыли. Боеприпасы взяли. Все, теперь все так, все хорошо. Смотрите, как мы идем, прелестно. Так, мне куда? Мне сюда надо. Так, роль ставни. Они как вообще закрыты, открыты? Надо посмотреть, вот на это потренироваться. А, значит, они там закрыты. Все, назад, назад. Все. Так. Идем. Далее. Потихонечку, помаленечку. Ты опять тупить начинал. Блин, как... Слышь, мать, что с управлением? А мне куда надо-то? Да я там шастаю. Что-то понять не могу. Мне куда? Тихо. Ищем его все. Спокойно. Гляди, вот это я попал. На поле, смотри. Последний остался, да? Нет, Последний. Двое. Его нужно найти. Всем ясно. Падла. Управление. Так, что это вот? Ну-ка, надо восстановить. Вот так. Где он там? Где-то наверху. Ладно. Опа. Еще где-то. Где? Вроде всех побил. О, привлечь, открыть. Все, открыл, всех привлек. Всех убил. Ходи, не хочу. Ну, давай. Обнаруженная уязвимость. Смартфон. Номер. Что там? Давай посмотрим, что там теперь. Так. Не понял. А. Заблокировал. Так, ладно, хорошо. Первая где? Здесь, наверх. Первая наверх. Куда ты идешь? Перехвачен звуковой файл. Пошли. Опа. Первую открыли.
Вторая куда-то уходит. А куда ты уходишь-то? Вот в эту буточку. Нормально. Смотрим. Все открыто. Взлом производим. Ой-ой-ой-ой. Так. Так, и мне куда надо? Сюда. Вот так. Попал. Следующий. Куда? Не туда. Так. Теперь мне надо сюда как-то попасть. Блин. А вот как. Есть. Я на месте. Вроде все просто. Как запустишь Дюна, заработает вирус. Он найдет в системе мои данные и все подряд. Начинает работать. И шпиона не засекут? Не. Теперь только я буду за всеми следить. Да что-то уж больно верится с трудом. Давай. 70. 80. И о чем же? Тибо, готово. Имя стер, шпион на месте. Пора сваливать? Да, это я уже понял. Супер. Уходи оттуда. Секунду. Мне тут имя попалось. Один мой знакомый здесь. Проверю. Не глупи, с этими ребятами шутки плохи. Да я скоро. Найдите так место встречи с Дэмином. Так. Это единственная камера, которую... Как ты так стоишь, что я могу все видеть? Куда мы идем? Элита. Звездочка. Все, в кабинете. Значит, Реймонд Кинни. Он самый. Все по порядку. Я тут нашел некие файлы, очерняющие руководство CTOS. Какие файлы? Очень ценные. И нет, это не шантаж. Не шантаж? А что? Все просто. Хочу отдать их вам. А если честно, что вам нужно, мистер Брэнкс? PR-директор. Мне нужен доступ к CTOS. Меня кинет, файлы и мститель. Как... Техник-криминалист. Да-да, начальство этого не позволит. Но зачем вам знать? Кинни совсем рядом, полный. Разве не здорово? Тварюга. Прошу прощения. Кинни найден. Шевелитесь. Я слежу за тобой. Так, сваливать надо. Тревога была. Проверьте все. Вот черт. Дэмин все похерит. Он что, идиот? Кинни нам нужен. Надо его вытаскивать. Осмотреть. Живо, живо. Спокойно. Мы просто уходим. Можно было, конечно, не убивать, но моя маньяческая сущность требовала. Так, мотоцикл мой.
Его я вам, ребятки, извините, отдать не могу. Не упустите его. Вау, там еще два таких байка. Сваливаем. Бук. Поехали. Телепортируемся. Устраните патрульных. Хорошо. Ой. Ой-ой-ой. А как мне попасть к вам на вечеринку? Да еще тихо, чтобы так. С какой стороны-то? Так. Блин, близкий. Сейчас, подожди, неси. Подъедем. Спасем. Так, а где заехал-то? Мотоцикл-то, вот он. Мой железный конь. Вперед. Так. От того, что я подъехал, это не значит, что я прибыл. Спокойно. Кто меня засек? Вот так вот. Меня нельзя засекать. Разве так можно? Мы должны найти его. Идти некуда. Вот так. Я знаю, так я вроде никуда не собираюсь. Я собираюсь с вами воевать. Ну как воевать? Истребить вас. Тут чисто, там гляну. Все, посмотрел. Меня там нет. Последний. Да я же вот, ты меня видел. Оу, только гляньте на это. Жуткое место. Нет. На. На. Все. Я тебе помог? Очень даже хорошо помог. Так, надо. Подожди. Подожди, не спеши. Нам надо вот это. Так. Где-то вот сюда вот. Пусть будет. Поехали. Все чисто. Давай. Теперь дело за тобой. Ладно. Надо двигать. Вот где? Черт, походу придется все тут взорвать. Нужно ловушки зарядить. А потом резко валим. Убери! Черт. Ты живой там? Где ты? Первый есть. А, где ты там? Ну. Блин, не вижу тебя. На. Давай за мной! Сюда! Осторожно! Давай, куда? Куда тебе еще надо? Бомбы есть, но это не все. Там детонаторы срабатывают задержкой. Главное, не дать обезвредить. Не дадим. Затычки есть?
Что? Без шуток. Для такого случая нужна хорошая музыка. Вот так. Спокойно, блин. Вот зря за тобой только полез и сразу уже нахрен нарвался. Вот не стоило за тебя слушать. Все чисто. Теперь дело за тобой. Ладно. Надо двигать. Где моя бомба? Там? Черт, походу придется все тут взорвать. Нужно ловушки зарядить. А потом резко валим. Вот черт. Ладно. Блин. Сам же и попал немножко под них. Где ты? Убери, сдерживай их! Еще двое. Ну вот один есть, где второй? Ой, господи. Прикрывальщик. Эйден, шевелись! Бомбы есть, но это не все. Там детонаторы срабатывают задержкой. Главное, не дать обезвредить. Вот так. Аптечки есть? Что? Без шуток. Для такого случая нужна хорошая музыка. Прячься, прячься. Вот так. Готово. Вот быстро работало. На. На. Давай. Видел? Это же мой грузовик. Они настроены серьезно. Нужны еще люди. Тихо. Не вижу, не вид, блин, я не видел их, не видел. Ладно, стрельба такая, не будем здесь сиживаться. Постараюсь. Все чисто. Теперь дело за тобой. Ладно, надо двигать. Давай, иди сюда. Смотри, черт, походу придется все тут взорвать. Нужно ловушки зарядить. А потом резко валим. Вот. Черт, ты живой там? Черт. Черт. Давай за мной. Давай, где еще? Сюда. Вот так. Бомбы есть, но это не все. Там детонаторы срабатывают задержкой. Главное, не дать обезвредить. Так. Затычки есть? Что? Без шуток. Для такого случая нужна хорошая музыка. Вот так, готово. Вот быстро работало. Ну, как, нормально пока? Сдерживай! Не люблю умирать! Черт, мина запуск! Давай! Эй, отлично! Получилось! Кто еще? Мое искусство сносит башни. Черт, видел? Да. Они настроены серьезно! Да. Получай. Бумк. На, жбан. Осталось немного. Где ты, где ты, где ты? Все? Ну все, славно бабахнуло. Давай еще бы. Ты что, сдурел что ли? Еще давай.
Бежим давай. Через несколько секунд. Чтобы бабахнуло, надо будет подождать. Их нельзя подпускать. Задержи их. А где они? А, мне надо выйти. Понятно. Выходим. Не понял. Почему он не выходит-то? А что, сразу нельзя было там код набрать или что? Уже почти. Не понял. Блин. Давай, давай, бежим, бежим, все. Мать твою, снайпер! Что за хрень? С этими парнями шутки плохи, Эйден. Где тут камера-то? Хвали его. Блин, снайпер-то где-то там. Давай. Так, камера. Убери их! Что ты там все копаешься? Убери их! Да тихо ты. Ты что не бежишь? Беги, падла. На. Что там, один остался? Так. И снайпер, если я не ошибаюсь. Здесь становится жарко. Где? Он где-то тут. Вон он. Вот он. Встретись с Тибоном. Что ты там все копаешься? Убери их! Да все, я уже все сделал. Пошли, я тебе предохранитель даже сделал, чтоб ты целехонький был. Давай, где твоя машина? Тачка, развалюшка. Говорил тебе, звездец близко. Вот, окажите честь. Давай. Погоди, ты. Да погоди ты. Пойдет в портфолио. Давай. Бабамк. Здорово, все механизмы, все, что строил, все взорвал. Понятно. Следовать. Так, приманка. А чего он от меня убегает-то? Не чтоб вместе со мной идти. Ведь легче было бы и проще. А то убежал, он убежал, я за ним догоняю его. Поехали. Куда едем? Так, а кто за рулем? Я за рулем. Ну, поехали. Пока у нас путь один. Извини, что все так вышло. Забей. Я уже столько всего терял в этой жизни, что меня это не парит. Даешь твою мать. Я бы тоже так хотел. Если честно, чуть кирпичей не навалил. Но я рад, черт возьми. Несмотря ни на что, я свободный человек.
Буду должен. Привет, Чикаго! Чикаго. Да, а вписка для меня будет? Ну, есть старая станция сети ОС. Знать, где мы еще. Пойдет. Хочу уже сам увидеть эти файлы, из-за которых начался такой сыр-бор. Так, куда мне? Прямо. И потом. Только не забывай, Тибон. Там направо. Это выкуп за мою сестру. Можешь не волноваться. Ты мне помог. Моя очередь. Чё, телепортируйся, я так понимаю. Да, телепортируемся. Ох ты, оно само. Что ж, неплохо. Вот оно. Вон оно. Убежище. Триллионами байт информации, а? Ну, придется на время залечь здесь. А это кто? А вот его и надо узнать, кто это. Она связана с одним старым делом. Но кто-то не хочет, чтобы я понял, как. Сможешь очистить пикселети? Разобрать? Да, хорош. Все хорошо? А мне ты расскажешь, что случилось? Хорош бухать. Шпионаж, подкупленные копы. Куча взрывов, милая. А ты кто? Это Клара. Клара, это Тибон. Также известен как легендарный Реймонд Кинни. Реймонд. Реймонд. Гибон? Нет, Гибон. У нас красавцы, детка. Нет, я... То есть... Блин. Я твой фанат. Ну да и сейчас. Enchanté. Ну-ну. Что случилось? Там был Дэмиан. Что? Как он узнал? Без понятия. Он мутит что-то. Похоже, с Блем. Ты мне не говорил. Погодь. Погодь, погодь. Выкладывай, во что ты вляпался. Без шуток или хрен тебе, а не помощь. Так? Ну, чё, сейчас расскажу. Об этом можешь не волноваться. Я сам решу, о чем мне волноваться, Эйден. Послушай, мне нужно имя на сервере. Так что с тебя расшифровка, с меня файлы. Но есть одна заковыка. Эй, нам никак без эксперта. Там использован именно твой шифр. Нам нужен Реймонд Кинни. Ты уверен, что сможешь добыть этот файл, не попавшись? Нет. Ну? Хотя бы честно. Ну что, тогда вперед. А Клара пока кое-что мне прояснит. Ну, проясняй давай. Спасибо. А я пока побегаю. Поуничтожаю. Ну? Да, у меня тут прямо банда собралась. Клара за мониторами. Тибон помогает со взломом. Джорди тоже без дела не сидит. Выясним, что прячет Ирак. Давай. Полный ход, полный ход. Пока они там сейчас расшифровывают, закуплюсь. Собираюсь, бросив ремонт. Ты мне нужен. Ты мне столько не платишь, и я еще пожить собирался. Да не паникуй. Ты снайперка. Опять? Ну, это еще ладно. Да. Угадай, где я. Да куда уж мне. С нашим старым другом. Морис? Дай его. Кто это? Морис! Кто это? Не заговоришь, не отпущу. Вот так. Я попал. Все вижу. Вижу это
девочку, и она... Ломай его пальцы. Заткнись. Я сказал, заткнись. Все, хватит, Нэть, иди на место. Бог, по одному пальцу. Встретимся. Каждые 10 минут. Бросив ремонт. Лады, договорились. Так. Глядим, что ты. Запас. Это же ты. Запас. Вот. Говорил же, что умею. Ну и все. Немного. Отличный выбор. Не пожалеешь. Так, теперь смотрим. Телепортируемся на базу. Прибыли на место. Ну-ка, я хочу на машине заехать сюда. Вот так. Любыми средствами. В топку, Битбага. Пойду лучше сам. Я уже знаю, что там где. Ирак внутри, он сразу поймет, кто к нему пожаловал. Знает, зачем я приду. И я заберу это. Так, теперь у меня... Осталось только их валить. Достичь. Пойдем. Так, мы в прошлый раз покуда посюда вроде перелазили. О. А, нет, не перелазит. Мне нужен автомобиль. Пусти меня за руль. Нет, не надо. Чего не надо? Опа. Оп. Так. Перелезешь? Перелезешь. Я вроде ремонт. Да, вижу. Ты хоть скажешь, на кой черт тебе эти ребята? Они похрен? Так-то похрен. Мне нужен один комп внутри. Да не-не-не-не, мне правда насрать. Вот реально. Просто так спросил. Все, пусть лежит, отдыхает. О, вижу его. А, твою ж мать. Промазал, Джорди. Да-да, болтать-то просто. Еще. Тук-тук. Так, а где? Черт, нет, ну ты видел? Че я видел? В том-то дело, что я не видел. Что за хрень? Я-то думал, тут одни детишки с пукалками, а эти прям бойцы-бойцы. Это Вайс-Ройс. У Ирака свой подход к поддержанию порядка. Какие-то они стрёмные. Эх, молодежь. Черт, да сколько их там? Ты точно туда хочешь? Не особо, но у меня нет выбора. Вот твоя проблема. Вечно упускаешь крупную рыбу. А эта мелкота один большой нескончаемый геморрой. Это все? Ага, еще чуть-чуть. Блин! Так, закрытая территория. Ну а что ты вот этих не попадаешь? Погоди. Яблочко? Что-то не похоже. Готов. Ага, готов. Все за тебя приходится делать. Еще. Нам нужна помощь! Так. Беги.
Блин, тварь такая. Так, а если взять винтовочку и попробовать винтовкой их перебить? Давайте поснайперим немного тогда. Так. Где? Вот винтовка, сама то. Тихо, тихо, чел. Заткнись. Я рядом. Мне чувствую рядом. Сейчас ожесточенный бой будет здесь. Хо. Я в Росе Фримонт. Да, вижу. Ты хоть скажешь, на кой черт тебе эти ребята? Они похрен? Так-то похрен. Мне нужен один комп внутри. Да не-не-не-не, мне правда насрать. Вот реально. Просто так спросил. Так. Кто там еще меня видит? Где второй снайпер? Еще. Давай. А, два патрона всего заряжаются. И что у нас там? Последний остался. Ну и где ты у нас? Глупый мальчишка. Замечательно. Снайпера нету. Все, добрались. Хотя можно было, конечно, и не убивать, но нет. Клара, сможешь открыть дверь? Я пытаюсь. У Тибона есть идея. Да. У них на таких дверях стоит мой код. Удаленно не так-то просто будет. Но твоя умница выдала шикарную мысль. Если отрубить питание, код на полсекунды сбросится на дефолтный. Который ты знаешь. Да, я сам его писал. Давайте к делу. Давай. Где мне что сделать надо? Выберите все так и нажмите. Понятно. Это у меня есть. Вот она. Не то? Так. Давай вот это. Во. Открыто. Спасибо, скажи потом. Удачи, Эйден. Удачи. Давай обратно. Это мне не ты нужна-то. А граната. Думал, мы тебя не ждали. Так. Все? Или еще кто-то? Так, не расслабляться! Твою ж мать! Да, сука! Блин, чуть не завалили меня, падла. Думаешь, ты крут? Думаю, да. Поехали. Да ты у нас классно рубишь в сетях. Очень. Но я тоже. Дебил. Куда ты мимо меня-то?
Вот так. Где там еще что есть? Ой-ой-ой, какие слова. Вы давайте лучше выходите потихонечку, чтобы мне за вами не бегать. Не стой, там спрячься. Вот так. Ну и как? Сойдет? Нормуль я вас покрошил или что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хопа. Так, лифт. Лифт нет. Ладно, посмотрим. Вот сюда, сюда, сюда. Где-то здесь. Понятно. Опа, перелезли. Перехватим файл. Ой-ой-ой. Понятно. Мощная пушка у него. Что тут есть, кроме помех, его можно устроить еще? Бежим. На. Забей его. Убей его. Вот такой кровожадный. Он обходит, мочи. Так, что вы мне тут хотели предложить? Полезли наверх. Опа. Эй, свинота! Добрые дяди начинают злиться! Все, снимите его! Вот так. Снял. Сойдет? Так. Сюда, свинот. Страшно. Так. Он заходит в фокус. Нет, друг. Под пулей залили. Эй! Есть тоже мой! Твою ж мать! Давай! На. Вот так вот, козлина тебе. Следующий. Кто здесь? Здесь легко заблудиться навсегда. Не боишься, дружок? Да, не боюсь. Господи, кто так строит? Где еще? Прикинь, дебил! Твою-то мать, так тупо сдохнуть! Пойдем. Или не все? Ты попал. А нас не трое!
справишься? Йош, мы в полной жопе. На. Все? Нам сюда? Воу, деньги. Аудиофайл. А мне деньги-то нужны были? Короче, я пишу. Нет. Деньги меня не интересуют. Это пишу завещание. Прям как мой бог. Кто тут? Оставить что-то подробным, если вдруг. Ну. Короче. А здесь у нас. Давай, давай. Как-то убедить его, что я свой. Убеждай. Идиотинушка. Все рано или поздно становится явным. Все. Извлечение данных. Процесс пошел. Принимай файлы. Ага. Уже вижу. Тибон начнет расшифровывать, когда все скачается. Пачка там здоровенная. Сокровища РАП. Компроматы. Все заберем. Он данные собирал. Все скачалось. Молодец. Уходи оттуда. Тибон начал расшифровку. Скоро буду. Ну, давай. Попробуем уйти. Что-то не получилось, да, как я понимаю? Ты глянь. Криспин? Не, этот... Пирс, так? Это все ты, Пирс? На торгах? Я. Вся эта херня от тебя? От меня. У меня сейчас валится тонна дерьма. Замри-ка. Тебе это так с рук не сойдет. Да. Ты путал мне карты. Лез куда не надо было, да? Все решил похерить? Ирак, все мертвы! Это ты. В Мерло, там был ты. Здесь мое сокровище. Творение. И ты думал его отнять? Что ты думал? Отниму. Чё ты несёшь? Мать твою, да ты кто вообще? Так, куда мне? Кто ты? Может, властитель этой помойки? Да нет! Или шавка Лаки Куина? Пошел ты! Иди нахер! Вот так вот, значит. Да! Немало я таких повидал! Сплошное самомнение! Но обычно они быстро дохнут! Я вернуться. Может, по кусочкам, а? Эх. А после этого я примусь за них. Жена, дети есть? Братья, сестры? Кровь за кровь, ты понял? Сука! Так. И никто с тобой, мудаком, сюда не придет. Снайпера тут нет. Подожди-ка. И не сунутся. Блин, это же моя территория. Сдохнешь тут один. Сумка с бомбами. Валите этого урода! А кто меня валит? Откуда пойдет? Блин, не пришли-то не оттуда, откуда не ждал. Ладно, давайте по-другому тогда заделаем. Хочешь у меня украсть? Ты хоть знаешь, кто я? А? Может, властитель этой помойки? Вот так вот. Да нет! Или шавка Лаки Куина? Так, надо гранаты. Иди нахер! Давай, откуда? Да, немало я таких повидал. Откуда? Но обычно они быстро дохнут.
Давай. Хочешь своей семье вернуться? Может, по кусочкам, а? Ну, заколебал трещать. Я примусь за них. Жена, дети есть? Братья, сестры? Кровь за кровь, ты понял? Сука! Давай, убейте его. Говори. И никто с тобой, мудаком, сюда не придет. Снайпера тут нет. И копы не сунутся. Блин, это же моя территория. Сдохнешь тут один. Повите этого урода. Полный отказ, брат. Так. Опаньки. Мне гранатка прилетела. Как здорово. Так, тогда я вообще в угол забьюсь. Хрен вы меня оттуда выкурите. Моя семья и шутишь в дома. Врываешься ко мне. Хочешь у меня украсть? Ты хоть знаешь, давай. Кто, а? Кто ты? Геморрой-то, вот ты кто. Может, властитель этой помойки? Да нет! Или шавка Лаки Куина. Давай. Пошел ты! Иди нахер! А все-таки камера есть. Немало я таких повидал. Сплошное самомнение. Но обычно они быстро дохнут. Опа. Хочешь в своей семье вернуться? Может, по кусочкам, а? А после этого я примусь за них. Жена, дети есть? Братья, сестры? Кровь за кровь, ты понял? Сука! И никто с тобой, мудаком, сюда не придет. Снайпера тут нет. И копы не сунутся. Так. Блин, это же моя территория. Сдохнешь тут один. Этого урода. Ой-ой-ой. Давай-ка. Вниз. Вниз. Спокойно. Так. Ты не с тем связался, парень. Блин. Мы дружим? Может, чатимся? Я заберу все твои файлы. Все, что ты сделал, все. Мерло, тот еще отель. Куча богатеньких уродов, готовых платить. Давай. Забирай его. В конце концов, кто-то Блин. Заберет его и у тебя. Камеру. Почему я не могу камеру поставить? Секрет уйдет недалеко. Люди готовы умирать ради секретов. Бла-бла-бла. Проклятие власти. Давай. Так мы не договоримся. Не-а. Ты и сам это начал, Пирс. Ну что ж, давай. Тебе кранты, котенок. Лучше скажешь, дьявола. На. Я не понял, а по чё же с ним? Не так-то. Ладно. Давай тогда. Моей семьёй шутить вздумал. Врываешься ко мне. Хочешь у меня украсть? Ты знаешь, кто я? А? Может, блин. Властитель этой помойки? Да нет! На. Или шавка Лаки Куина. Еще разок вот сюда. Пошел ты! Иди нахер! На. Да, немало я таких повидал. Сплошное самомнение. Но обычно они быстро дохнут. Так, теперь меняем.
на гранату, правильно? Правильно. Хочешь в своей семье вернуться? Может, по кусочкам, а? А после этого я примусь за них. Жена, дети есть? Нет. Братья, сестры? Кровь за кровь, ты понял? Сука. Ты... Вот так. И никто с тобой, мудаком, сюда не придет. Снайпера тут нет. Нет, давай, давай, ты заколебал уже трещать. Все уже знают, кто здесь есть, кто, кого нету. Все трое, что ли, там? Мы дружим? Так, ладно. Чатимся? Я заберу все твои файлы. Все, что ты сделал, все. Мерло тот еще отель. Куча богатеньких уродов, готовых платить. Забирай его. В конце концов, кто-то заберет его и у тебя. Секрет уйдет недалеко. Люди готовы умирать ради секретов. Давай. Проклятие власти. Так мы не договоримся. Ты сам это начал, Пирс. Ну что ж, давай. Понимаю, умирать не хочется, а придется. Тише, 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 тише. Тихо, тихо, тихо. На, в голову. Блин, я-то думал, там-то оказалось. Я думал, мощное что-то там. Приготовился к отступлению. А он простой лошара. Завались компромата, а он не унимался. Гонялся за видео из Мерло. Так и не нашел. Вайс-Ройс. Все изменится. Вот так. Придет новый главарь. А Битбак? Пять. У него есть шанс уйти. Давайте. Надеюсь, мозгов хватит. Сумка с боеприпасами. Ну что ж, на этом все. Подписывайся на мой канал, ставим лайки, оставляйте комментарии. Пока.